Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Сегодня будем сеять капусту. Капусту вот такую, пекинскую, бокал. Сорт вот такой. Сею такую капусту всегда, но нашла вот семена просроченные. Не знаю, что из них выйдет. Среднеспелые, урожайные, плотные кочаны до 2 килограмм. Хорошо она растет, не идет в цветушность. У меня вот получается такая пекинская капуста бокал. Вот. Мне нравится. Но семена не купила. Понадеялась, что у меня есть, получается. А вот они просроченные. Не знаю. Хочу сейчас посадить не по одной, а 2-3 семенушки, 3 зернышка. Посмотрим, что получится. Или распикирую потом, или ножничками аккуратно лишненькие срежу, которые будут худенькие, маленькие. Значит, в грунт для капусты, для любой капусты. Еще простую капусту я не сеяла, семена у дочки. Значит, для любой капусты в грунт добавляем доломитовую муку. Раскисляем грунт, чтобы капуста, вот видите, нарисована капуста, чтобы она не была у нас килы, чтобы она хорошо росла, грунт должен быть не кислый. И добавляю я и в грунт, и потом, когда буду высаживать, в лунку столовую ложку доломитовой муки и столовую ложку вот такой сухой горчицы, порошок горчицы. Сейчас посмотрю, видно вам или нет. Да, вот, значит, семена замочила хлоргексидином, обеззараживаю и стимулирую. Не знаю, семена, может быть, и просроченные. Взяла вот такой вот бумажный, не пластиковый, а бумажный яичный этот лоток от яиц, ячейки. Вот так вот буду закрою, будет парничок. И в пакет целлофановый положу. Значит, насыпала землю. Вот так вот утрамбовала, чтобы у меня туда семена не провалились. Вот так утрамбовала. И теперь полью. Водичка теплая с одной капелькой энергена. Вот. Добавила тоже, чтобы простимулировать, потому что не знаю, какие семена. Очень мне нравится капусту сажать вот в таких лотках. Почему? Потому что ее не перельешь. Вода вся уходит, впитывается. И в этих лоточках постоянно как-то влага такая. Это я давно-давно где-то у кого-то увидела. И вот так сажаю капусту именно так. В стаканчиках она у меня что-то как-то не получается. В общем, не знаю. Я сажаю так. Вот, полили. И теперь немножко надо так сделать углубление по центру. Небольшое. Уплотняем, чтобы семена туда в землю не проваливались. И буду спичкой 2-3 зернышка в каждую ячейку. Можно букетным, можно не букетным. Я буду на расстоянии. Потом я посмотрю. Сильный оставлю. Худенький ножничками срежу аккуратненько. Спичка должна быть мокрая. А зернышки сухие, но у меня все наоборот. Вот. Спичку я мочу, а зернышки тоже мокрые. Вот даже не видно, куда я там что кладу. Вот так вот. Вот. Посмотрела прогноз погоды на следующую неделю и вообще до конца месяца апреля. Прогноз. Вроде как будет тепло. Хорошо. Так что все у нас будет расти. Здесь я немножко подержу дома, когда проклюнутся, росточки появятся, и отнесу в теплицу. Пусть капуста любит холод, пусть растет на холоде. В общем, слабо у меня что-то все получается сегодня. Зерно куда-то улетело. Спичкой тоже никак. В общем, будем. Вот она. Сейчас мы будем их
вместе с водой сливать. Сегодня у нас целый день шел дождь со снегом. И так еще снег не растаял. Еще и дождь. Что-то мне такое дело не нравится совсем. Оп. Оп. Сколько попало, столько и попало. Может, они еще просроченные, вообще-то не взойдут. Придется купить новую. Сейчас еще сразу и не купишь. Оп, во, много. Ну и ладно, все хорошо. По 5 штук, по 6 штук. Отлично. А то буду я чикаться с ними по одному зернышку, правда? Вот так пусть. Как хотят, так и живут. Шанс дали, как у меня соседка говорит. Она не заморачивается. Шанс дали. Сейчас мы их немножко вот так вот притопчем. Вот. А сверху я присыплю. Сейчас принесу сухую землю. Не влажную. Присыплю их и притопчу. Вот так закрою. И в целлофановый пакет. Только нужно обязательно каждый день проветривать. Открывать 1-2 минутки. Дать проветриться, чтобы не заплесневала земля. Но в этой-то коробке она не заплесневает. Ну вот все, что мы замачиваем там в самокрутке, в целлофановые пакетики кладем, нужно обязательно каждый день открывать и 1-2 минуты проветривать, чтобы воздух, кислород попал. А теперь я сейчас засыплю землей и в пакет целлофановый положу, и все. И по мере того, как будет высыхать, я буду немножечко их поливать. И посмотрим, что у нас получится. Все вам покажу тогда. Все, всем пока. Хорошего настроения, счастья, радости, успехов. Пока.